Спасибо. Счастья вам. Спасибо большое. Наступающим Новым годом. Аплодисменты Кристине. Аплодисменты всем участникам нашего проекта «Голос Кавказа». Ну что, друзья, в первую очередь благодарность выражаем тем, кто сейчас стоит на этой сцене. Правда, красивая молодежь. Правда, талантливая молодежь. Покажите это в виде своих аплодисментов. Помните, друзья, что каждый из нас талантлив, что в каждом из нас есть та изюминка, которую мы просто должны выпускать. И в чем бы, и чем бы мы ни занимались, каждый из нас призван быть первым в своем деле. Огромная благодарность вам, друзья, всем присутствующим. Поаплодируйте друг другу. Огромное спасибо за отличную режиссуру заслуженному артисту России, художественному руководителю ансамбля «Лезгинка» Залимхану Хангирееву и народной артистке Республики Дагестан Мадине Ахмедовой. И, конечно же, директору Дворца спорта имени Гамидова огромные аплодисменты, огромное спасибо. Друзья, Новый год – это массовое мероприятие. Мы проводим его одновременно, по 10 раз, можно сказать, в уходящем году. С родными, с близкими, на работе. Мы очень рады, что этот вечер вы провели с нами. Спасибо большое. Ну и по традиции. Счастья вам в Новом году. Встретите его в кругу семьи. Ну, может быть, кто-то и на работе встретит. Желаем всем удачи, счастья, здоровья и любви. Мы обязательно... Услышимся на радио «Прибой». Ты же своих родных.